Место для проведения рейда сотрудники ГИБДД выбрали не случайно. На пересечении улиц Березовой и Фокина всегда оживленный поток машин. Кроме этого, поблизости расположены детские сады и школы, из-за чего на перекрестках большое количество школьников и мам с детьми. Спрашивали, есть ли у нас светоотражающие элементы на одежде, на санях, чтобы машины видели нас издалека. Рассказали, что нужно соблюдать правила, стоять около обочины, прежде чем переходить, и смотреть по сторонам. Автоинспекторы провели с участниками дорожного движения профилактические беседы и вручили тематические листовки. Рейд показал, что подрастающее поколение также осведомлено и хорошо знает, как вести себя на проезжей части. Спокойно сидеть. Пристегнуться. И хорошо есть. И вести хорошо. Люди моего возраста, вообще любые люди, должны одевать яркие куртки для того, чтобы водители замечали. Вот, чтобы не было никаких недоразумений, не было аварий. Плохая видимость и заснеженные дороги создают дополнительные сложности как пешеходам, так и автомобилистам. Сейчас необходимо быть особенно бдительными на дороге. За пренебрежение безопасностью придется заплатить. За нарушение правил не предоставления преимущества пешеходам у нас предусмотрен административный штраф 1500 рублей. Если это деяние повторяется повторно, то до 2,5 может вырасти штраф, поэтому обращайте внимание на поведение свое. Водители и пешеходы к проверкам относятся с пониманием. Безопасность на дорогах и в салоне авто превыше всего. Закон есть, за что должны наказать, должны наказывать. А водители должны соблюдать правила дорожного движения и все те же кресла, ремни, свет, пешеходов пропускать. Рейды по выявлению правонарушений проводятся регулярно. Будьте внимательнее, соблюдайте правила дорожного движения и берегите свою и чужую жизни. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.